можно на себя любимого посмотреть. Это был фестиваль «Звезда», военные песни в Беларуси. Я там стал каким-то лауреатом. Вот, а это просто работа. 10 лет в программе «Анфас». На этом фото это первая посадка Су-27 на аэродромный участок дороги. Вот я здесь слегка виден. А это вот такое постановочное фото. Мы целый час возились, разные фотографии делали. И на первом альбоме вот именно оттуда были фотографии. Так, время вперед. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам мороз или зной в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пуш и гром, в атаку с камерой идем на поле боя. Телевидение в форме. С детства я себя, допустим, не представлял, ну, в какой-то другой ипостаси. Потому что я потомственный военный, скажем так. У меня отец, брат, дед погиб на Курской дуге, прадед служил в царской армии. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, снова и снова я должен лететь. Я летчик. Комментариями стал заниматься, наверное, лет 7 назад. Это насколько интересно, насколько же и тяжело. Особенно для голоса. Какой бы мощный микрофон ни был, все равно орешь. Новинка сезона, фигура «Вязь». Посмотрите, какая красота! Здесь можно в полете бывать осторожен. На все виды допуски, даже на сложной. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно. У меня получается несколько таких вот, скажем, дел. Музыка, телевидение, военное, авиация. Я действительно занимаюсь любимым делом, и это, можно сказать, счастье даже какое-то. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь. Перевесли ты на весах, где-то в небесах. Где-то в небесах.